Советы по стилю, уборке и родительству получат молодые мамы Ханты-Мансийска. В конце мая в городе пройдет первый тематический форум с образовательными площадками. Эксперты расскажут дамам о трендах в базовом гардеробе, гипнородах и грудном вскармливании, а также поделятся секретами магической уборки, проведут коуч-сессию и фотоконкурс. Организаторы отмечают, на мероприятиях будут соблюдены все меры эпидпрофилактики. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, проведут трансляцию в соцсети ВКонтакте. Добавлю, форум запланирован на 30 мая и 1 июня. Подать заявку можно до 27 мая на автоматизированной платформе «Молодежь России».